нам в школу приехала Элис. Она из Англии. Hello. Hi, my name is Alice. I'm from England. I came to this school for an exchange. My name is Stepan. I go to English class. I am a pupil. It's not clear. You were, are, or will be a pupil. You forgot to use the verb. Допущена серьезная ошибка. Потерян глагол связка to be. Посмотрите, в русском языке в настоящем времени глагол связка тоже есть. Но мы глагол опускаем, а в прошедшем и будущем времени без него не обойтись, так как непонятно, о каком времени идет речь. Проблема в том, что на первом этапе изучения английского языка мы переводим каждое слово с русского на английский и забываем о том, что глагол связка должен быть. Степа, какое важное правило объяснял учитель? В английском языке существует строгий порядок слов в предложении: существительное, глагол и дополнение. При переводе с русского на английский, если глагол потерялся, значит это to be. Глагол to be похож на глагол быть. To – это инфинитивное окончание ти. Be – созвучно с бы. В русском языке глагол быть узнаваем при спряжении. В английском языке глагол никуда не уходит. Он просто меняется по лицам. Если ничего не остается, то откуда взялись формы? Непонятно. Поэтому все его формы нужно выучить. Глагол to be в настоящем времени представлен в трех группах. Я – единственное число и множественное число. В прошедшем времени единственное число и множественное число. В будущем времени единственный вариант употребления. Where are you from, Alice? I'm from England. I like traveling. Me too. Stepa, do you play computer games? I am fond of playing the piano. При построении негативного предложения отрицательная частица not ставится после глагола. Существительное, глагол, not и дополнение. What is your favorite genre? I love jazz. При построении вопросительного предложения to be ставится на первое место. Глагол, существительное и дополнение. I am hungry. Bye. I am ready for the lesson. Have you learned the forms of the verb to be? Yes. Oh, it sounds good.